Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа. Всю неделю поклонники обсуждали ульяновский концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Многие журналисты написали после него о том, что, мол, зрители остались недовольны выступлением звезд. Выход артиста на сцену задержали на 40 минут, а Агутин якобы появился перед публикой пьяным. Разумеется, все это чушь. В паре артистов, конечно, неприятно, что шумиха возникла на ровном месте. Повода для скандала вообще не было. Леонид Агутин на своей странице в Instagram опубликовал фото и посоветовал всем любителям скандалов и глупостей. Даю бесплатную наводку ульяновским СМИ. Комментировать фото можно так. Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа. Прокомментировала помощница Варум и упреки, что Агутин был пьян. Это все чушь. Леонид бы себе такого не позволил. Тем более, что он уже несколько лет вообще не употребляет спиртное.